Действительно, у меня очень много общего с моим персоналом. А если не секрет, что именно, Федор Сергеевич? Как бы это сказать? Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути ветвистому и сложному. Иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться. Не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей. Чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль, а не синица. Ваша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, а не дети могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Ведь жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом. И поделись с близкими счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь. И пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. И пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей. Птицей по миру лети, и даже если не всегда везет, везет. Юра! Живи, пока играет музыка, танцуй. Что теперь будет? Свободной птицей по миру лети. Главное взлететь. И даже если не всегда везет. А там разберемся. Живи.